Здравствуйте, в эфире программа «7 дней» в студии Ильшат Аминов. Я приветствую всех телезрителей канала «Новый век». Смотрите сегодня в нашей программе. Сжигать, перерабатывать или хоронить? Почему при таком богатстве выбора альтернативы по сути нет? Как это объяснить людям? Наш специальный репортаж. Остановка плохая. Автобус подъезжает на полдороги, вода, укрыться негде. Казанские остановки – позорные, ужасные и более-менее. Успеем ли привести в порядок к чемпионату мира? А когда же будет порядок у нас? А где еще хранить будешь? Наследие, которое мы можем потерять безвозвратно. Как спасти уникальные фотоархивы и сколько это стоит? Нужно где-то 1 000 000 рублей. Это не долларов, а рублей. Новости на этой неделе, что называется, били молотком по голове. Весь мир замер в ожидании новой войны. Если Первая мировая война началась после убийства в Сараево 28 июня 1914 года сербским студентом Гаврило Принципом австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, то последняя война может начаться после бомбардировок США и странами НАТО Сирии. Сирия, Сараево, какое-то пугающее фонетическое сходство есть в этих словах. Заявления с обеих сторон звучат весьма угрожающе. Предчувствие войны витает в воздухе. Дело дошло до того, что на канале «Россия-1» выступил председатель комитета Госдумы по обороне генерал Владимир Шаманов и пытался как-то успокоить всех нас. И вот что он сказал. Все могут спокойно жить, решать свои задачи, потому что государственные органы военного, дипломатического и политического управления 3-е сутки работают в круглосуточном режиме. Есть определенные правила и алгоритмы. И не случайно начальник генерального штаба уже обозначил о проделанной работе. Идет прямой диалог с руководством комитета начальников штабов Америки. Через наших союзников, турецких коллег, коммуникации проверяются и уточняются с НАТО. Суть выступления генерала Шаманова проста. Россияне, будьте спокойны, руководство страны делает все, чтобы предотвратить начало вооруженного конфликта. Но спокойнее не стало. Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно? Наступил день, когда любая случайность может привести к катастрофе. Уму непостижимо. На этом фоне судорожные колебания евро и доллара после новых американских санкций пока не вызвали большого ажиотажа. А ну до чего волноваться-то, если завтра эта валюта вообще может быть никому не нужна? Обострение ситуации в мире, я думаю, способствовало и принятию достаточно жесткого решения по блокировке мессенджера Telegram. Честно говоря, очень жалко, потому что анонимные телеграм-каналы выполняли роль информационного сливного бачка для многих непризнанных гениев и работников масс-медиа, испытывающих комплекс неполноценности. Анонимность позволяла им хоть как-то потешить свое уязвленное самолюбие и реализовать творческие амбиции. Теперь, после решения Таганского суда Москвы, телеграм объявлен на территории России вне закона, наряду с экстремистскими сайтами, и уйдет в подполье. И где гарантии, что за этим не последуют репрессии к тем, кто пытается этот закон нарушить? По крайней мере, многие государственные учреждения уже начали удалять свои аккаунты в Телеграме. На фоне всех этих негативных новостей, позитивные эмоции можно получить на страничке президента Татарстана Рустама Миниханова в Инстаграм, где он разместил сообщения наших космонавтов, работающих на орбите, посвященные финалу Кубка Гагарина по хоккею. Получилось очень креативно. Смотрите сами. Уважаемые игроки хоккейного клуба «Акбарс», мы, российские космонавты Антон Шкафлеров и Олег Артемьев, хотим воспользоваться случаем и поприветствовать вас прямо отсюда, из космоса. Мы с интересом смотрим за вашими играми и еще до полета предсказывали, что вы попадете в финал. Красивых побед, достойных соперников. Слава России, слава Татарстану!
Мы, конечно, желаем победы нашим хоккеистам, и теперь давайте вернемся от мировых проблем повседневной жизни. Армия противника строительства мусоросжигательного завода под Казанью растет с каждым днем. На этой неделе состоялась долгожданная встреча обеспокоенных жителей с инвесторами строительства завода, представителями компании РТ Инвест. А в Осиново снова митинговали. Противостояние таким образом достигло своей кульминации. Попытаемся сегодня снова вникнуть в аргументы обеих сторон и попытаемся правильно поставить запятую вот в этой фразе. Сжигать нельзя, хоронить. Что делать, сжигать или хоронить? Кто-то скажет, это подмена понятий, ведь есть еще переработка мусора. Может быть так? Сжигать нельзя, перерабатывать. Но, увы, на данном этапе мы не можем так поставить вопрос, потому что с учетом наших возможностей по переработке, а возможности эти почти на нуле, дилемма перед нами одна. Вот она. Сжигать нельзя, хоронить. В чем и убедился Михаил Любимов. Встреча с инвестором предполагаемого мусоросжигательного завода в Доме культуры поселка Осиново в эту субботу изначально не имела никаких шансов пройти в теплой и дружеской атмосфере. Вот так она начиналась. И если зритель еще не разобрался, поясним, что гости поселка, инвесторы и экологи, приехавшие пообщаться с людьми, находятся в направлении несколько противоположном тому, куда смотрят протестующие. Протестующие протестуют таким вот образом. Поначалу против показа фильма, рассказывающего о специфике современных заводов, а затем путем длительных митингообразных выступлений активистов, которые никак, впрочем, не приводят к образованию хотя бы одного внятного вопроса специалистам. Да постройте лучше вам больше больниц, больше бесплатных вот наркологии постройте, наркомания, алкоголизм процветает. Митинг не иначе. Митинг, который, кстати, не далее как сегодня снова прошел в Осиново. Люди в зале совсем не интересуются колосниковыми решетками, фильтрами, диоксинами и прочими ключевыми, по сути, вещами, поскольку считают, что завод, каким бы он ни был, строить не нужно вот по какой причине. Якобы мы способны наладить в обозримой перспективе раздельный сбор и переработку отходов. То есть вроде как и сжигать будет нечего. Если подразумевается раздельный сбор мусора, зачем вообще нужен мусоросжигательный завод такой мощности? Мусоросжигательный завод? Под боком у людей. О чем бы мы ни говорили, а речь всегда заходит вот об этих контейнерах. Это контейнеры для раздельного сбора мусора. Противники строительства мусоросжигательного завода считают, что достаточно просто оснастить ими всю Казань, наладить переработку, а тогда и завод строить не нужно, раз мы все будем перерабатывать. Специалисты в этом вопросе, а может быть просто люди, которые более приземленно смотрят на вещи, считают, что сделаем мы это с вами не раньше, чем за 10, 15, 25, может быть даже лет, то есть за четверть века. Осталось только сказать сакраментальную фразу, вроде «время покажет». Но ведь время нам с вами уже все показывает. Вот это дуальные контейнеры, так называемые контейнеры для раздельного сбора мусора, которыми мы собираемся оснастить всю Казань. Здесь, как вы видите, прочие отходы, надпись, ну, это всякая органика, которую мы можем отделить без труда, а здесь отходы перерабатываемые. Это пластик, стекло, металл и бумага. Ну, вроде как контейнеры для чайников, ничего сложного. Только пока существуют они в единственном экземпляре и стоят вот здесь, на дворе одной из экологических компаний. Это первый вопрос, когда они появятся во всем городе. И второй вопрос. А что мы будем, собственно, делать с тем, что мы соберем? Пластмассовые бутылки 10 рублей за кило, макулатура 5 рублей, картон 6 с полтиной. Раздельный сбор пока в Казани выглядит так, будто мы услышали о нем впервые за ужином позавчера. И усилия все нечеловеческие, исходят от частного бизнеса. Вот таких вот пунктов приема у этой компании порядка 10 по городу. У других санитаров леса дела обстоят не лучше. Потому что проблема не собрать, проблема пустить в переработку. А где же ее взять в Казани? Ее ведь тоже нет. А чтобы это развивалось, нужно развивать производство оборудования, именно оборудования. То есть это главная задача сейчас. Оно так и будет захороняться. Альтернативы сейчас нету. Либо нам такие же холмы сейчас расти, да? Либо нам это сжигать.
Те, кто занят проблемой мусора в Казани, как видите, давно не смотрят на мир сквозь розовые очки. Особенно печален их образ, если речь заходит о будущем. И вот теперь самое интересное. Территориальная республиканская схема обращения с отходами. Последняя редакция, март этого года. Уже в этом году Татарстан будет поделен на две зоны. Западную и восточную. У каждой зоны будет региональный оператор. Крупная компания, которая должна будет заняться сбором, сортировкой, переработкой. В общем, всем, что связано с дальнейшей судьбой нашего с вами мусора. Каковы же ориентиры? Смотрим западную зону. Здесь Казань, а значит, здесь наш гипотетический завод. В схеме возможностей он уже есть. Смотрим нынешний год и год 2028. Доля обезвреживания, то есть сжигания, 0%. Завод еще не построен. Доля утилизации, то есть то, что сортируется и перерабатывается, 1%. Почти 0. Доля размещения, это свалки, 99%. Переносимся на 10 лет вперед, и что же мы видим? В 28-м мы сжигаем 58% мусора, 14% утилизируем и 28% хороним. Эти 28%, конечно, не мусор Казани, здесь имеется в виду вся западная зона республики. Но цифра-то важнейшая вот где, 14% всего лишь. Возможно, это от того, что в западной зоне работает завод. Смотрим зону восточную. Исходные цифры практически те же. 2% переработка, 98% свалки. 28-й год. 85% свалки, 15% переработка. Завода нет. Свалок, естественно, больше. Но цифра по переработке почти та же и здесь. И вот теперь подытожим. На данном этапе мы говорим, что через 10 лет мы, возможно, доживем до того, что 14-15% нашего мусора пойдет на переработку. Это пессимистический прогноз, но, увы, он весьма реалистичен. Сегодня мы смотрим, исходя из факта. В большей степени факт, вы правильно говорите, то, что он оптимистических надежд не дает. С учетом ограничений, которые есть по финансам, мы гадаем на кофейной гуще. Мы гадаем на кофейной гуще, потому что начинаем почти с нуля. Вот в Набережных Челнах начнут не совсем с нуля, например. У компании Николая Атласова более сотни таких вот контейнеров для раздельного сбора по всему городу. Свои мощности по переработке. Да еще какие мощности! Те нынешние 2% утилизации в восточной зоне – это, в общем, его 2%. Он такой один на всю эту восточную зону. И он, как никто другой, чувствует, что за осторожными цифрами в территориальной схеме проглядывает наше неверие в удачный исход дела. Достигать показателей 14 или 15% за 10 лет, я считаю, это не очень большой рывок для нашей прорывной республики. Если мы сейчас от слов перейдем к делам, то наверняка у нас, у этого мусоросжигающего завода с каждым днем будет количество того сырья в печке этого завода таять. Если мы сейчас все объединимся, а не будем диаметрально противоположные вещи говорить. Нужен завод в цепочке или не нужен? Он нужен в цепочке. Так же, как и переработка, как раздельный сбор отходов. Именно так. Завод, как часть цепочки, получается необходим в любом случае. Мы нарисовали грустную картину, но давайте представим, что вот таких переработчиков, как Атласов, у нас будут десятки, сотни. На что мы можем тогда рассчитывать? Мировой рекорд в переработке у Германии – 60% переработки. Вопрос – сколько остается процентов? И что мы будем с ними делать? С этими 40%, даже побив все рекорды, мы будем их хоронить, как всегда. А много ли изменится тогда? Внимание, вот мнение заказчика строительства мусоросжигательного завода в Казани. И вот все те противники, которые говорят о том, что мусоросжигательный завод – это вчерашний день, они не совсем правы, а вернее совсем не правы. Почему? Потому что, вот эти 40-50% нужно куда-то девать. Выход очень простой, либо это полигон, либо это мусоросжигание. Б. 50% вторичной переработки – это уровень, который достигла Европа за десятки лет. Вероятность того, что мы завтра начнем отправлять на вторичную переработку 50%, с моей точки зрения, достаточно мала.
Это означает, что, скорее всего, на вторичную переработку мы будем отправлять вот те самые 20, может быть, 30%. А это означает, что 70% или 60% нам нужно будет либо отвозить на полигоны, либо отвозить на мусоросжигание. Сжигать нельзя хоронить. Вот вам и дилемма. Та, что насчет запятой. Полагать, что мы сейчас дружно все ухнем и все соберем и переработаем. Полагать, что предполагаемый региональный оператор, несущий ответственность по большому счету лишь за чистоту наших дворов, будет кровно заинтересован в каком-то раздельном сборе и переработке, которой нет сейчас и в помине, все это наивно, по меньшей мере. Нужен ли мусоросжигательный завод Казани? На данном этапе, на десятилетия вперед, ответ ясен, он нужен как часть цепочки. То, что мы не способны переварить, не стоит складывать во взрывоопасные кучки. Сжигание – это обезвреживание отходов. В чем, наверное, вскоре и убедятся в Казани. Энергия вот этих неравнодушных людей, кстати, будет очень полезна всем нам. Именно протесты против свалок и заводов в Европе всегда приводили к написанию лучших программ и созданию лучших практик по утилизации мусора. У нас этих программ, тем паче практик, не было и нет. А они ой как нужны сегодня. Михаил Любимов, Камиль Шамсеев и Андрей Мохов. Семь дней. Мусоросжигательный завод нужен, сомнений нет. Есть вопрос, где его строить? Сегодня казанским властям можно только посочувствовать. Ситуация очень непростая, но находить решение надо. Кстати, во всем мире переработка и утилизация отходов – это хороший бизнес, который позволяет получать неплохие доходы. Но для этого мы с вами, как производители мусора, должны полностью поменять к нему свое отношение. Готовы ли вы, например, держать в собственной квартире сразу 5 мусорных ведер для предварительной сортировки? Я думаю, не все ответят положительно. Мы еще продолжим разговор на эту тему в наших последующих программах. А сейчас предлагаю вам посмотреть продолжение нашего рейда по районам республики, где мы изучаем развитие предпринимательства. На очереди Новошишминский район. Небольшой по территории, с ориентацией на сельское хозяйство и огромными потенциальными возможностями. Район очень выгодно расположен с точки зрения географии и логистики. Здесь есть своя промышленная площадка. Но пока реальные успехи новошишминского бизнеса оставляют желать лучшего. Эльзира Юзаева расскажет. Вот по эту руку дорога уходит в Казань. По эту бюджетообразующие нефтяные районы. Мы находимся как бы посредине в Новошишминском районе. Это как бы перекресток 7 дорог. Именно отсюда расходятся пути в различные стороны. И даже великий шелковый путь Москва-Пекин пройдет через Новошишминский район. И в этом есть его географическое преимущество. Насыщенный поток автомобилей и минимум конкурентов. Предпринимателям, работающим на трассе, всего-то и нужно. Успевать за клиентом и не задирать ценник. В районе это самый популярный вид деятельности. Из 297 местных частных компаний, треть, 112, занимаются торговлей. И эту сферу ждет, судя по всему, новое развитие. Международный западный коридор Европа-Китай пройдет всего-то в 6 километрах от Новошишминска. Когда защищали мы в Москве проект, мы особый упор делали на дорогу, вот этот китайскую дорогу Москва-Пекин. Я знаю, что она будет развиваться. Все равно вот можно увидеть даже, она находится в 6 километрах от данной площадки. Данная площадка, она у нас, вы сами увидели, что в черте населенного пункта. Идея создания промышленной площадки в Новошишминске как раз и зародилась благодаря крупнейшему международному проекту. Товарооборот между странами постоянно растет, увеличиваются и объемы перевозок. Транзитный Новошишминск со своей площадкой, казалось бы, тут как тут. Но это в теории. На практике с инвесторами не все так просто. 3 года назад здесь обосновались первые компании-резиденты. С тех пор тишина. Это наш дробильный станок. Вот из таких ледников мы их дробим. Получается такая крошка. Линар Шейгарданов дает новую жизнь старым полиэтиленовым пакетам. После переработки из них получается полимерная продукция. В бизнесе Линар уже несколько лет занимался производством окон, шил рабочие перчатки. Теперь вот решил найти себя, как он говорит, в большой химии. Правда, насколько она большая, судить, похоже, рановато.
вот это, полиэтиленовую продукцию, мы в Комполян отправляем где-то 2 тонны где-то в месяц. Ну так производим еще плюс, наверное, где-то около 3 тонн. Но это очень мало уже. Это в месяц? Да, это 5 тонн, это очень мало. Да, это вот для этих станков. Могли бы нарастить объемы? Конечно, и людей бы было бы больше. Тут каждый раз останавливаешь станок вечером, например, утром его запускаешь, вот такой он брак делает. А было бы безостановочно, сутками если бы работало, то тогда вопросов и этого меньше было. Оборудование включают по мере необходимости, как только поступает очередной заказ. Но потребители большими объемами не балуют. Заказы можно сосчитать по пальцам, зимнее время и вовсе мертвый сезон. С приходом весны бизнес ожидает потепления. Мы вот сравнивали с магнитом. У нас на рубль пакет дешевле получается, чем они сами делают. Ну, я не знаю, что-то им... Вроде разговор вели в уровень там республики, ездили туда. Но ответ так и не было. Нет. Сырья много. Сырья много. Много. Не хватает потребителей. Не хватает потребителей. Хотелось бы больше. Угу. И этот у нас рынок забитый, как бы, именно в Татарстане. Я только знаю, насколько я знаю, в Нижнекамске, таких как я, 8 селнах, около 10. И дальше по большим городам. Относительная близость к промышленным центрам для местных предпринимателей стала не преимуществом, а, как ни странно, серьезной проблемой. В Набережных Челнах, а с недавних пор и в Нижнекамске, заработали территории опережающего экономического развития. Новошишминские компании и так отставали в развитии, а теперь им и вовсе не угнаться за конкурентами. Территории опережающего развития, то есть эти моногорода, для них есть налоговые льготы, для них есть пока вот такое развитие, как бы республика навстречу идет, конечно, и нам помогает, но резиденты идут в большие города. Проблема всегда в деньгах у нас. Нехватка денег для развития. Фарид Валиуллин – участник многих бизнес-программ. Получал субсидии и льготы и как начинающий фермер, и как резидент промпарка. Сегодня имеет свое небольшое хозяйство и цех по переработке мяса. По его словам, помощь государства для начала бизнес-карьеры – это хорошее подспорье. Но предпринимателям помощь необходима не единовременно, а постоянно. Особенно в сельской местности, там, где платежеспособность населения слабая, да и риски посерьезнее будут. У меня уже вот оборудование где-то 20 лет, наверное, им уже. Я уж только 7 лет работаю здесь, в колбасном цеху. Они уже все старые. А технология же меняется постоянно. Угу. Технология новая, из-за этого и оборудование надо новое. Оборудование у нас очень дорогое. И оно уже обычно все зарубежное, иностранное? Да, все иностранное практически, да. Очень дорогое. Сейчас вот все закупить, все поменять, где-то 10 миллионов надо. На промплощадке Новошишминска пока работают 7 резидентов. В районе уверенно говорят, что пока. Территория 8 гектаров, пока освоено чуть более 2 гектаров площади. Казалось бы, для бизнеса здесь создали все условия. Провели все коммуникации, газ, вода, отопление и даже интернет есть. Администрация района помогла отремонтировать 2 старых здания, чтобы резидентам было куда заехать. Свободных помещений больше нет. Не каждый предприниматель в районе готов вложить свои средства на строительство нового здания. Всегда удобнее и проще прийти на готовые площади. Если бы мы по какой-то программе еще построили вот эти производственные корпуса, была бы такая программа, естественно, резиденты бы были, они бы пришли. Резиденты готовы прийти на готовые помещения. Всем предпринимателям все предлагаем. У нас никогда никаких вот таких препятствий там или каких-то вот таких моментов нет. Мы всегда открыты, всегда за. Пожалуйста. Пусть, чего не хватает? Пусть приходят. Мы видим пока вот, видимо, решительности у молодых людей пока, видимо, не хватает. Потому в районе и не терять надежду на то, что смогут не сегодня, так завтра привлечь частных инвесторов, которые проложат дорогу по великому шелковому пути. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Мы продолжаем программу 7 дней. Столица уже живет в предвкушении грандиозного спортивного праздника. 60 дней осталось до 14 июня. 60 дней до открытия чемпионата мира по футболу.
Уже известно, что первый матч на Казань-арене сыграют сборная Франции и сборная Австралии. И случится это 16 июня. Кроме этого, болельщики смогут насладиться такими шедеврами, как Иран-Испания 20 июня, Польша-Колумбия 24 июня, Южная Корея-Германия 27 июня. Также в Казани пройдут матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу 30 июня и четвертьфинал 6 июля. Можно не сомневаться, всех казанцев и гостей столицы ждут неповторимые эмоции и грандиозное зрелище. Кстати, и кроме футбола будет масса интересного. Кто проезжал мимо центра семьи Казан, уже стал свидетелем подготовки площадки для фестиваля болельщиков. Многое уже сделано, слов нет. Но мы хотим обратить внимание на те проблемы, которые еще можно и нужно решить. На этой неделе наша съемочная группа совместно с активистами Общероссийского народного фронта провела ревизию городских остановок. И наш корреспондент Сергей Темляков продолжит. Ревизию остановок вместе с активистами Общероссийского народного фронта мы решили начать здесь, в Приволжском районе. Сюда, на остановку Парина, каждый день приходят порядка 1000 человек. Это и жители ближайших домов, которые впереди меня, это и посетители торгового центра, который с правой стороны. В июне сюда будут приходить и гости чемпионата мира, ведь их планируют разместить в деревне Универсиады, которая расположена с левой стороны. На первый взгляд остановка выглядит не так плохо, но если приглядеться, платформа обшита сайдингом, на котором расклеено множество объявлений. Скамейка потрепана, вокруг грязь. Вы думаете, это самая неблагоустроенная платформа в городе? Ошибаетесь. Вместе с активистами Общероссийского народного фронта мы специально выбрали остановки на нецентральных улицах столицы. Даже с погодой повезло. Наглядно можно увидеть, что испытывает пассажир. Апрельский снег в июне сменит дождь. Согласитесь, в Казани во всех районах должны быть созданы комфортные условия, ведь приехавший на чемпионат мира болельщик не будет следовать правилу. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи. Какой турист не захочет сэкономить? Снять жилье в авиастроительном районе намного дешевле, чем в центре. Мы находимся в городе Казани на улице Челюскина. Здесь у нас импровизированная автобусная остановка. Это табличка с надписью «Остановка автобусов и номера маршрутов». Ее, судя по всему, соорудили сами граждане. Причем некоторых из этих номеров сейчас они уже не ходят. То есть это еще и старая табличка. На самом деле здесь из удобств для остановки только столб, на который можно опереться, если ты устал. Пожалуй, каждый иностранец, приехавший в Казань, захочет получить все возможные эмоции. И, конечно же, не пройдет мимо русской бани, рассказывает нам жительница района Светлана. Чтобы попасть в баню номер 14, нужно выйти вот на этой самой остановке. Здесь висит покореженная грязная табличка, но с понятным названием для гостей из-за рубежа – «Бафхаус No. 14». Стены остановки выбиты, на уцелевших же фрагментах объявления, порой непристойного характера. Данная остановка, она плохо оборудована, ветрозащиты нету, ну, мусор иногда бывает. Думаете, мы решили заехать по дороге на кладбище и купить венки? Так выглядит остановка общественного транспорта в Советском районе на улице Липатова, что в Дербышках. И давно такая ситуация здесь? Второй год уже. Признается нам продавщица ритуальных атрибутов. Говорит, пассажиров жалко. Остановка плохая. Автобус подъезжает на полдороги, вода, укрыться негде. Остановка – головная боль не только для пассажиров, но и для водителей. И не только из-за припаркованных машин. Хайдар Хаджиев замечает, он должен думать о безопасности пассажиров, ведь именно он за рулем, а порой мысли совсем о другом. Самый больной вопрос вот здесь на конечной. С 5 часов работает общественный транспорт, нету туалета. Представьте себе, абсолютно некуда идти и исправить, как говорится, свои нужды. Речной порт, водные ворота столицы Татарстана, Вахитовский район. Наверняка среди болельщиков и туристов будет немало желающих на водном транспорте добраться до жемчужины республики, острова Градосвиярск. Мы видим, что от остановки здесь одно название. Видимо, это постройка 70-х годов, отсутствуют лавочки. К примеру, валяется мусор, то есть тут даже не убирают. Да, какой-то запах, да, странный? Да. Не исключено, что кто-то из водителей все же воспользовался советом. Эта проблема возникает перед каждым из нас. Как сходить в туалет, бесшумно, не привлекая внимания? Остановочку нам надо. Вот для этих всех людей, которые живут в этом районе.
Дети учатся, садики, школы. Жители Московского района на улице Гудаванцева устроили стихийное собрание. Они рады любой остановке, лишь бы ее вернули. По их словам, больше 30 лет на этом месте останавливались автобусы. Но осенью прошлого года все изменилось. Собравшиеся отмечают, до новой остановки и идти долго, да и порой страшно. И там собака болит. Боимся. Уже сколько человек уже откусили и порвали пальто. У меня вот две дочери, они работают до 10 часов в центральных магазинах больших и возвращаются, считайте, в 11 часов. Вот с этой стороны нету света практически. Да, вот такая дорога у нас. Нет, ну что за асфальт? Юрий Михаленко часто ездит в больницу. Вместо ног у него стоят протезы. Говорит, нормальной дороги до новой остановки, к которой ему надо идти не менее получаса, просто нет. Мужчина отмечает, ступает осторожно, ведь если упадет на протезах, стать проблематично. До прежней же остановки было идти всего 3 минуты. Юрий очень хочет в июне посетить и матчи на Казань-арене, и фестиваль болельщиков. Чтобы мечта сбылась, нужна остановка рядом с домом. А когда же будет порядок у нас? Хозяин вот Московского района сказал, денег нету. Язык повернулся. Это для людей, которые вот живут. Здесь люди живут, инвалиды живут, ветераны живут. Вот для нас ничего нету. Едем дальше. Новосавиновский район, улица Адарадского. В народе эту остановку уже окрестили «Стрижка за 150». Видимо, из-за единственной таблички на столбе. Это на самом деле рядом с Казань-ареной. Скоро чемпионат мира по футболу 2017 года. Этот район должен стать центром этого чемпионата. Видим такую картину. У нас остановка. Но понять, что это остановка, можно только потому, что здесь иногда останавливается автобус. Вместе с активистами ОНФ мы объехали более 20 городских остановок. И везде слышали пожелания от казанцев. Региональное отделение Республики Татарстан Общероссийского народного фронта сегодня провело анкетирование. Всего в анкете 20 вопросов. В основном жители города Казани недовольны отсутствием остановочных платформ. На второй и третьей позиции активисты ОНФ зафиксировали отсутствие тактильной плитки и освещения. Остановки являются лицом города. Активист движения «Казанцы за общественный транспорт» Тимур Немашев отмечает еще одну деталь. Порой стандартной по размеру остановки бывает маловато. К примеру, здесь, на площади Тукая, хоть остановка и красивая, стеклянная, но не все при необходимости пассажиры могут скрыться под навесом. Нужно ввести дифференциацию павильонов. В таких центральных местах часто в Европе остановки бывают уже не просто такой стандартный стеклянный павильон двухметровый, а это бывает уже такая целая станция с огромным навесом, там, созданная каким-то архитектором. Да, то есть здесь на самом деле места тоже хватает. Чем уступают наши остановки остановкам, ну, может быть, не во всех, но в таких наиболее знаковых городах Европы, это информативностью. Александр Дембич, заведующий кафедрой градостроительства КГСУ, просит обратить внимание на навигацию. На многих остановках отсутствует схема движения маршрутов. Чтобы гость из-за рубежа понял, что эта остановка, должен быть установлен специальный знак. У нас цветовые табло очень такие скудные, по сравнению, вот как это делают там за рубежом. Во-первых, там более крупные эти табло, во-вторых, они более детальные, там они очень точно работают. Вот я стою, если он пишет, вот идут, например, сразу 5 маршрутов. У них везде схема, как правило, есть. Как нам сообщили в пресс-службе мэрии, к чемпионату мира по футболу остановки планируют оформить в стиле футбольного мундиаля, а также провести благоустройство. Также в пресс-службе мэрии констатировали, что сейчас на рассмотрении находится вопрос об установке новых павильонов на остановках. Правда, сколько их появится и когда будет принято решение, пока неизвестно. А тем временем до начала чемпионата мира осталось чуть менее 9 недель. Сергей Темляков, Андрей Мохов, 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. А где еще хранить будешь? Наследие, которое мы можем потерять безвозвратно. Как спасти уникальные фотоархивы? И сколько это стоит? Нужно где-то 1 000 000 рублей. Это не долларов, а рублей.
понедельник президент Татарстана находился с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. В Дубае Рустам Миниханов принял участие в 8-м ежегодном инвестиционном форуме, а также за круглым столом встретился с бизнесменами Объединенных Арабских Эмиратов. В рамках визита состоялась встреча президента Татарстана с правителем Эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль-Мактумом. Рустам Миниханов пригласил правителя Дубая посетить Татарстан. В среду премьер-министр Татарстана принял участие в мероприятии, посвященном 55-летию образования органов предварительного следствия в системе МВД. Алексей Песошин вручил наиболее отличившимся сотрудникам ведомства государственные награды Республики Татарстан. «Многие годы татарстанское следствие добивается стабильно высоких результатов», подчеркнул Алексей Песошин. «За последние 10 лет в суд направлено почти 84 тысячи уголовных дел». 12 апреля, в День космонавтики, государственный советник Татарстана Ментимер Шаймиев в Карловых Варах возложил цветы к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину. Напомню, что Чехословакия стала первой зарубежной страной, в которую прибыл Юрий Гагарин сразу после полета в космос 28 апреля 1961 года. В четверг премьер-министр Татарстана принял участие в 9-м годовом отчетном общем собрании Ассоциации Содружества строителей Республики Татарстан. «Строительный комплекс является одним из наиболее значимых секторов экономики», заявил Алексей Песошин. «Задача на 2018 год – это усиление контроля за качеством строительных работ и своевременное выполнение условий контрактов». Мы продолжаем программу «7 дней». Еще одна острая тема, которая вызывает сейчас повышенный интерес со стороны бизнеса. Но она в любом случае касается каждого из нас. С 1 июля 2018 года многие производители сельхозпродукции должны войти в систему «Меркурий». Это электронная ветеринарная сертификация. Замена ее бумажной версии стартовала с 1 января текущего года. Пока в добровольном порядке. Но уже с июля месяца попасть на полки магазинов без разрешения системы «Меркурий» предприниматели не смогут. Она охватывает весь цикл производства продуктов животного происхождения. От сырья до готовых изделий. Как и другие подобные нововведения, вспомним хотя бы «Платон» для дальнобойщиков, система «Меркурий» приживается в России с огромными трудностями. О чем уже сигнализируют и предприниматели, поставщики продукции в магазины, и сами ритейлеры. Весь контроль учета и все это процесс доения ведется автоматикой, как бы роботами. Космос на селе, да и только высокие технологии дошли до сельского хозяйства. На ферме Райнура Ахметова тысячи голов крупнорогатого скота. И всем этим огромным хозяйством, по сути, управляет один человек. Тот, кто сидит за компьютером и нажимает на кнопку. А куда данные выходят? Данные выходят в компьютер. Можно и удаленным доступом управлять и посмотреть. Это корова, которая дает молоко, а это молочный продукт от коровы, которая дает молоко. Новая система ветеринарного контроля сможет отследить всю цепочку производства продуктов животного происхождения. Молоко, мясо, рыба и их производные. Все, что попадает на прилавки магазинов, теперь будут иметь электронный документ, содержащий практически всю информацию о товаре. Для тех, кто с компьютером давно уже на «ты», заполнение электронных бланков через интернет не составит большого труда. Фермеры надеются, что электронная система «Меркурий» – это их шанс открыть новые горизонты. Все через компьютер смогут увидеть хороший товар. Главное, чтобы сеть не подкачала. Чтобы новая система с таким космическим названием, как «Меркурий», хорошо работала на Земле, нужно установить бесперебойную связь с внешним миром. Для этого нужно, чтобы в каждой, даже самой отдаленной деревне, исправно работал интернет. Ну вот, опять не ловят, нет сети. Похоже, что сельским жителям вскоре придется упражняться в прыжках в высоту или же в лазании по деревьям. Говорят, что он, если залезть вон на то дерево, то с его макушки хорошо ловят. Однозначно работать проще, быстрее. И даже если продукцию, ее же оформляют на том конце, так грубо скажем, мы уже видим, что к нам приедет, в каком-то ноже приедет. Торговые сети в Татарстане уже на низком старте. С начала этого года многие отечественные производители уже перешли на новый формат. К примеру, производители колбасных изделий уже отправляют данные через интернет. Молочные продукты в магазины через «Меркурий» начнут поступать не раньше июля месяца, когда система станет не добровольной, как сейчас, а обязательной.
А я прошу у продавца или вот такую большую печатную форму, или существует небольшой вот такой отрывочек. То есть здесь вот можно приложить к андроиду, да? Да. И всю информацию. Одним движением руки на экране смартфона можно увидеть всю информацию о продукте. Кто произвел, когда произвел и почему произвел. Все эти данные – настоящая база улик, вещдоки для дальнейшего расследования. Основной целью как раз являлась борьба с фальсификацией. Система является полностью прозрачной. Участник, любой пользователь может зайти в электронный журнал и отследить, сколько, допустим, пришло молока в молокоперерабатывающее предприятие и сколько вышло молочной продукции из самого предприятия. Учитывая рецептуры, можно высчитать процент потенциального подмешивания суррогата, того же самого пальмового масла или говяжьего жира. Теневой рынок, он очень быстро ориентируется, и на любой шаг государства что-то уравновесить, обычно всегда эти меры, они ложатся на плечи добропорядочных предпринимателей или граждан. Те, кто фактически против кого направлены эти меры, они очень быстро ориентируются и находят эти лазейки. Производители молочных продуктов уверены, что новая система ветеринарного контроля действительно нужна. Ведь подлежащий камень, как известно, вода не течет. Но смогут ли эти меры остановить засилье на прилавках суррогата? Молочных продуктов без молока, а мясных без мяса. Среди сообщества переработчиков и тех, кто занимается производством молока, бытует мнение, что в течение месяца или двух данная система позволит тем людям, которые занимались, допустим, подлогом молока, там, какими-то молочными субстанциями, что они очень быстро найдут выход и будут также либо от мертвых душ принимать молоко, либо покупать справки, которые позволят им якобы принимать это молоко. Опасения были, действительно, и в финансовом плане были опасения, как вот справиться определенной торговой точке, свободной рознице с такой нагрузкой. Все-таки покупка оборудования, обучение персонала, это вот логично, что вызывает опасения. Нечто подобное в России уже внедряли. «Меркурий» сегодня сравнивают с системой электронного контроля алкогольной продукции «ЕГАИС». «ЕГАИС», кстати, также встретили настороженно, но спустя 3 года стали заметны положительные тенденции. Нелегальным производителям с поддельным алкоголем в магазины уже не попасть. Через кассы проходит только акцизный товар. Остается проблема качества уже легальной продукции. Поставщики могут производить лабораторный анализ своей продукции, чтобы удостовериться в качестве продаваемого им алкоголя. Что происходит у нас? Это еще, значит, дополнительный контроль все равно? Это дополнительный контроль. Это именно контроль за качеством алкогольной продукции. А зачем тогда внедряли ЕГАИС? ЕГАИС, он для исключения нелегального оборота алкоголя. Сухое молоко, которое переработанное в молоко, оно в определенной степени вредное. Почему мы его допускаем до полок магазинов? Или масло, то же самое. И кто здесь в доме, как говорится, хозяин? Те люди, которые занимаются фальсифицированной продукцией? Или государство, которое разрешает все это делать? И это ведь не откуда-то с неба, с Луны или с Марса валится. Последнее заявление от Ткачева буквально сегодня недавно объявили о том, что он предлагает запретить вообще использование растительных жиров в молочной продукции. Запретить совсем их использование, тогда молочная отрасль у нас будет только состоять из молока, как сырья. И также он предлагает запретить использовать сухое молоко в сырах. По крайней мере, я думаю, он хочет очистить на текущий момент полностью, чтобы не было вот перетягивания каната. Можем мы использовать, не можем. До тех пор, пока оно разрешено, мы не можем выявить, где было нарушение в этикетке или в технологическом процессе. Система государственного контроля может работать. Может работать хорошо и эффективно, но только в одном случае. Если это кому-нибудь будет нужно. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. И в завершении программы мы бы хотели поговорить об искусстве. Об искусстве фотографии. Да-да, даже в эпоху гаджетов и мобильных телефонов, которые девальвировали искусство фотографии до вульгарно-бытового уровня, фотограф – профессия отнюдь не вымирающая.
Специальный фотокорреспондент информационного агентства России сегодня Валерий Мельников на этой неделе удостоен высшей международной награды в области фотографии – международной премии World Press Photo. Проект Мельникова «Под землей» рассказывает о мирных жителях, живущих на линии соприкосновения в одном из районов Донбасса. Его герои – жители разрушенной деревни, женщины, старики и дети, прячущиеся в подвале местной школы. Для них война уже идет давно и никак не может закончиться. В Казани тоже есть своя фотографическая школа, известная не только в России, но и во всем мире. Но богатейшее фотонаследие республики может исчезнуть, затеряться, говорят нам сами фотографы. Потому что для создания полноценного архива элементарно нет денег. Тимур Бекмурзин продолжит. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужна фотография. Можем завершить. Давайте честно признаемся, воспринимать фотографа как художника, а фотографию как произведение искусства мы сами не готовы. Кто в нашем обывательском представлении фотограф? Человек, который делает фото для документа. Обычный технический исполнитель. Винтик в огромной бюрократической машине государства. Таким было его место в советской казенной системе, но даже в ней появлялись настоящие фотохудожники. Великие мастера своего дела, такие, например, как знаменитый дизайнер, фотограф и художник Александр Родченко, пионер советской фотографии, родоначальник дизайна и рекламы в СССР, становление которого как художника прошло в Казани. Казанская школа фотографии была и остается одной из сильнейших на просторах бывшего Советского Союза. Наших мастеров ценят и за рубежом. Причем оценивают их работы ценители фотографии зачастую в солидные суммы в иностранной валюте. Только самим мастерам от этих сумм ничего не перепадает. Потому как архивы либо утерянные, либо распроданные за копейки гуляют по всему миру. Известный казанский фотограф Фарид Губаев нет-нет да обнаружит свои работы то в американском фотожурнале, то на знаменитом аукционе в Сотбис. Я там обнаружил свои работы. Значит, 150-й лот, было 5 моих работ выставлено. По стартовой цене 6 тысяч евро. Неплохо так. Вот за одну работу черно-белую. У нас покупают за гроши наши работы, потому что здесь они почти никому не нужны. Понимаете? К сожалению, фотография очень прикладная, и она нужна конкретным людям в конкретный час. Вот эта фотография сейчас нужна, а вот эта нам не нужна ни в коем образом. Понимаете? И система сохранения архивов, ее не существует. Мы с вами теряем огромные деньги, когда вот этот вот наш потенциал, наши фотографии всплывают где-то в Москве, в лучшем случае в Москве, в худшем случае, значит, за речкой где-то. Уходят мастера фотографии, вместе с ними уходит часто бесследно огромное фотографическое наследие Казани и всего Татарстана. Впору бить тревогу, потому как мы теряем уникальные богатства, которые невозможно восстановить. Случай позволил сохранить архив известнейшего фотохудожника Бориса Давыдова, который снимал в том числе деревянную Казань. Редкие исторические снимки были выброшены на помойку, и лишь случайный прохожий спас их для истории. А сколько редчайших фотографий и архивов уже не спасти. Николай Седов, я же нынче работал, он снимал всю татарскую интеллигенцию того времени. Нету. Коля ушел, архив ушел. Вася Мартинков, «Вечерняя Казань», архива нет. Бектимиров Алик, архива нет. Старший Алик, старший Бектимиров, архива нет. Этот Андронов Анатолий Иванович. Масса у нас, это только раньше поколение, вообще все. А на балконе вообще принято, да, хранить? А где еще хранить будешь? Сегодня проблему архива каждый фотограф решает самостоятельно. Фарид Губаев хранит его у себя дома, на балконе. Сначала лежали на работе, у меня вот все лежало там на работе, гора была этих банок, у бобин. Потом у этого, вот Володь Зотов, да, у него тоже там все под потолок было. Потом, естественно, когда с редакцией отношения кончились, уже, значит, мы каждый понес домой. Это вот у нас 90-й год, здесь в руках у нее талоны, вот здесь, видите, это вот когда у нас масло было по талонам и так далее.
Фотохудожнику Рамилю Галии помогают сохранить его богатый фотографический материал в информационном агентстве «Татар-Информ». Был такой феномен казанский, да, назывались они гопники, и в то же время для того, чтобы как-то от них защититься, вышел на улицу первый патруль с автоматами. Видите, вот автоматы у них, и они патрулируют казанские улицы. А вот и сами гопники, которые идут, и я думаю, мало фотографов, которые кто-то отважился, чтобы сделать такую фотографию. Мы уже в «Татар-Информ» создали определенную базу, но мы не вышли еще на международный уровень, да, на российский уровень, чтобы у нас покупали наши изображения. Для этого, значит, нужна финансовая сторона, это нужно где-то 1 000 000 рублей, это не долларов, а рублей. Вроде бы смешная сумма, даже по меркам бизнесмена средней руки. 1 000 000 рублей. Но если не озаботиться этой проблемой сейчас, потерять мы можем много больше. Мы потеряем нашу память, историю. Кстати, к вопросу о деньгах. Сколько, вы думаете, стоит современная фотоаппаратура сегодня? Если все подсчитать, и получится тот самый 1 000 000 рублей. Минимум. Известная фраза, которая со временем превратилась в народную мудрость. Хочешь разорить друга, подари ему фотоаппарат. Так повелось еще с советских времен, когда и сам аппарат стоил немаленькие деньги, а к нему прилагались еще и фотопленки, и фотореактивы. То же самое и сегодня. Для профессиональной съемки необходимы штатив, несколько объективов, которые стоят огромные деньги, и многое-многое другое. Когда я слышу такие выражения, типа, ну это же фотография, чего там деньги много просите, да? Вот художник, я понимаю, это картина большая, это холст, надо купить краски, надо купить холст. Надо написать там полгода сидеть картину, да? Это я понимаю. А что такое фотоаппарат? У меня он телефон крутой. Нажал, и карточка вышла. И вы за это еще деньги просите? Ну, не стыдно вам? Делал альбом большой нашему, так сказать, уважаемому человеку, да? Там, к юбилею. И когда пошли, так сказать, говорить, ну, надо оплатить работу. Это колоссальный еще труд. А в ответ мы слышали очень забавную, интересную фразу такую, да? Ну... А вы что, не могли из уважения к этому человеку бесплатно это сделать? Трудности, в том числе и финансовые, молодежь не смущают. В Казанском колледже номер 41 отбоя от желающих изучить профессионально фотодело нет. Причем девушек-фотографов не меньше, чем ребят. Профессиональный фотограф и по совместительству преподаватель колледжа Галина Овчинникова объясняет это простым фактом. Ну, потому что они снимают своих детей. Когда появились дети и начали фотографировать, и захотелось все лучше и лучше. Я на телефон вообще не снимаю. Ну, я не могу, потому что мне эти фотографии, я их все равно, я их не распечатаю, я с ними ничего не сделаю. Никогда даже навороченный гаджет или телефон не заменит фотоаппарат. Тот, что в руках настоящего мастера. Причем изысканный снимок они могут сделать везде. На совещании, дома из окна, как Фарид Губаев. Или выйдя на улицу, как Рамиль Гали. Только набавно около 5 музеев, насколько я насчитал. Если будет здесь и фотографический музей, то это будет вообще замечательно. Смотрите, он снял на фотоаппарат или на телефон. Это сразу ушло в Париж, в Нью-Йорк, там, в любой город, где он живет. Там будут смотреть его родственники, понимаете? Это самая быстрая и доступная пропаганда через изображение, понимаете? У нас очень много фотографов. У них куча пленок, они даже их не проявляли. То есть они хранят годами. И там много интересного материала. И они просто могут как бы кануть в вечность. Никто о них не знает. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней. На этом у нас все. Сугыш кына болмасын, калганына түзербез. Если коротко, лишь бы не было войны. Остальное все наладится. Встретимся через неделю на канале ТНВ. До свидания.
Здравствуйте. Поговорим о погоде на ближайшие 7 дней. В студии Лейла Латыпова. На северо-востоке республики осадки не ожидаются. Будет умеренно тепло. В начале недели около 5 градусов выше нуля, а к концу до плюс 11. На юго-востоке Татарстана в основном будет пасмурно, но также без осадков. Среднедневная температура около 9 градусов выше нуля. Жители центральных районов республики ожидают теплая погода без осадков, температуру воздуха от 6 до 10 градусов тепла. На юго-западе в начале недели будет солнечно, а к середине небо затянет облаками, но без осадков. Температура воздуха днем плюс 9. На северо-западе в Казани переменная облачность, осадки не прогнозируются. Дневные температуры плюс 6, плюс 8. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый будний день на канале ТНВ. До свидания!